ЖК «Солнечная система» вблизи дома номер 16 на улице Германа Титова приступили к уборке территории от строительного мусора. Виновник – застройщик, который не успел доделать работу из-за банкротства. К решению вопроса подключилась администрация города и надзорные органы после обращений местных жителей. Застройщик обанкротился, и поэтому было сложно отрабатывать этот вопрос. Но с учетом подключения прокуратуры в настоящий момент ведется уборка бетонного мусора, который был здесь оставлен после банкротства застройщика. На сегодняшний день рабочие уже вывезли 2000 кубометров мусора. Все работы планируют завершить в ближайшее время. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.